Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я уже тут с утра, в общем, стала себе крутить кудряшки, девочки, очень мне нравится. У меня волосы от природы сами по себе завиваются, но так как они длинные, и видите, они у меня такие пушистые, то, ну, кудряшки такие не очень красивые. В общем, я чуть-чуть плоечкой подвиваю, пока они остывают. Я уже сварила тут с утра супчик и деткам своим. Вот, сварила супчик из остатков вермишельки, маленькую кастрюльку. Оп, чуть крышка не упала. У меня сейчас вот эта вермишель, которая лапша, которая лентовская. Очень-очень-очень-очень. Она вкусная прям, девочки, вообще. Надо будет в ленту заехать, купить. Я вчера получила свою посылку с сайта iHerb. Я вам сейчас покажу. Я там уже кое-что попробовала. Вообще классная, классная очень посылка, мне понравилась. Вот, ну, в том числе и витамин D. Кто спрашивал у меня про витамин D, я покажу сейчас, какой я заказала. Взяла в маленькой дозировке, в самой маленькой, потому что начиталось, что... Тут ко мне кашилла моя пришла. Я ее покормила, вот. Решила полоскаться. Это, кстати, крайне редко бывает, когда она ко мне приходит ласкаться. Она больше к мужу моему приходит ласкаться, нежели ко мне. Что-то на нее нашло, видать. Вот. Сделала заказ также на Вальбериксе, но из-за корма, я так понимаю, мне придется долго его ждать. В общем, ладно, короче. Вот. Так что, в общем, начитала про витамин D. Начиталась я того, что передозировка его тоже достаточно опасная. Поэтому... Я решила маленькой дозировки взять, вот. Хотя у нас, кстати, вот в Санкт-Петербурге, я не знаю, у нас даже никто никогда не предлагает сдавать анализы по поводу витамина D. У нас просто обычно говорят, с нашим климатом нужно пить до конца мая, там с начала октября, по-моему, до конца, или с конца сентября, как-то до конца мая, в общем, нужно пить витамин D на постоянке, вот. Потому что дефицит у нас у всех, ну, как... Говорят вот все врачи, то есть они даже не предлагают, они сразу говорят, надо пить. Вот, так что вот так вот. Итак, заказик мой iHerb. Все пришло, как обычно, в коробочке, все было отлично запаковано. Эту часть упаковки уже выбросила. И вот такой вот заказ у меня был. Давайте начну я с витаминчиков. Во-первых, я взяла своим животным витамины. Значит, вот такие вот лизинг, или как он называется, честно не знаю. Я вам ссылочки, девочки, оставлю внизу в инфобоксе. Переходите, смотрите. Значит, это для котов. Скажу сразу, кошка есть не стала. Кот ест с огромнейшим удовольствием. Но кошка моя, она привереда у меня еще та. И она не ест вообще никакие витамины, никакие добавки, даже которые я покупала у нас в России. Получается, витамины дешевле, чем у нас в России. Поэтому я, конечно, взяла своим. Вот так вот они выглядят. Рыбки пахнут чем-то таким, я не знаю, какой-то хлеб с печенкой, что-то в этом духе. Вот так вот. Кот у меня ест с огромнейшим удовольствием. Нужно давать 1-2 штучки в день. Я даю 1, так как у меня сейчас сухой корм содержит вот это вещество. Я не помню, как оно правильно говорится, да? Вот, видите, 1-2 штуки. Я даю сейчас коту 1. Вот такой состав. Вот такие, он вообще с огромным удовольствием, девочки, он просто вот пакетик этот достаешь, он уже орет, как, я не знаю, умалишенный. Кошка нет, но кошка не ест вообще никакие, чтобы ей, например, дать какие-то таблеточки от паразитов, ее реально нужно связывать. Вот, поэтому, да, вот, ну, кот с огромным удовольствием, хотя он тоже у меня привереда, кушает. Так что вот могу их посоветовать, не знаю, как будет, что по результатам, посмотрим потом. Собаке своей я взяла вот такие витамины. Нам ветеринар говорил, что для суставов обязательно нужно давать средним крупным породам. Это их прям вот болезни основные. У лабрадоров конкретно еще проблемы с пищеварением обычно бывает. Ну да ладно. Вот, это я взяла троечку. Это идет для пожилых. Моей собаке 7, вот летом будет 8. И взрослые витамины, ну, то есть витамины в наших аптеках я покупала именно для пожилых, уже начиная с 5 лет ей. Вот, ну, так говорил мне ветеринар, потому что содержит. То есть я и даю вот подобные вещи 2 раза в год. Это для суставов идет. Вот, в этот раз решила заказать с iHerb.
Очень много положительных отзывов. Очень многие говорят, что прям собака молодеет на глазах. Здесь 45 штук. Они идут, в общем, на 18 килограмм, девочки. Одна таблетка на 18 килограмм. Сейчас покажу, как они выглядят. Достаточно крупная таблеточка. Вот моя кушает две. Вот, так, вот такая таблеточка. Собаке нравится очень. Пахнет вот как корма обычно пахнут. Корм сухой для собак. Вот примерно точно так же, только не так сильно явно пахнет. Вот, вот такая вот таблеточка тоже. Ну, она у меня, знаете, такая пёсина. Ей вообще, в принципе, лишь бы покушать, в отличие от котов. Она кушает все. Вот, в общем, такую для суставов. И потом еще шерсти мне надо будет ей заказать. И котам тоже что-нибудь еще потом возьму. Вот такие два раза в год мы пропиваем. Очень, кстати, обычно хорошо влияет. Вот перед летом и осенью мы обычно пьем. Вот, ну, пьем. Собака ест, в общем. Так, дальше детям своим взяла вот такую омегу. Очень она им нравится. Вот такие рыбки сахарные такие. Не первый раз покупаю вот этой марки. Очень заметно дети становятся активнее. И у меня старший сын, у него как-то проще с уроками, с домашним заданием. Вот, мне кажется, ну, омега вообще детям, рыбий жир очень-очень нужен и полезен. Поэтому мы его чаще даже, чем мультивитамины, пьем. Жалко, что у марки Солгар нет омеги, но... Ну вот, вот эти очень советую деткам, прям вообще. Так, витамины себе, вот они, витамин D 400, я не знаю, что вот это такое, но, в общем, это 50% нормы, которая необходима. Вообще советую 5000 миллиграмм, но я не знаю, я взяла вот этот, потому что именно вот эти, где написано вот 400, они написано, что как раз вот для того, чтобы пить каждый день, и для нехватки витамина D. Так как у нас сейчас еще периодически выходит солнышко, я думаю, самое то. В общем, начала пить. Капсулы небольшие, совсем маленькие, девочки. Кто не любит, мужу, кстати, тоже даю. Кто не любит вот большие капсулы, вот эти совсем-совсем маленькие вот такие. Я просто еще принимаю омегу, поэтому вот такая дозировка, я думаю, что мне будет самое то. Ножечка для кухни заказала, уже начала пользоваться вот таким. Это чесночный порошок. Девочки, какая вкуснятина. У меня муж просто на блюдо даже себе сыпет. Очень вкусно пахнет. Такой аромат придает. Вообще просто потрясающий. Очень советую. Вообще вот эти специи Simply Organic, они очень вкусные. Прям вообще блюда все прям нереально вкусные становятся. Так что советую. Из красоты заказала себе, извиняюсь, я уже вчера попробовала вот такую глину красную. Я тут все просыпала. В общем, вот так вот она выглядит. Девочки, она отличается от той глины, которая продается в наших аптеках. Отличается чем? Ну, она действует так же, очень хорошо очищает, но после нее нет ни сухости, ни стянутости, вообще ничего. Мне понравилось. Я, правда, использовала только один раз, попробовала. Буду дальше тестировать, потом расскажу. Может, вместе с вами тоже сделаем масочку. Ну и кисточка. Вы все видели мой набор кистей, но мимо этих и пройти не могла. Я сейчас ее помыла. Вот, она немножко у меня влажная. Она достаточно большая. Вот смотрите, примерно с мою ладошку. Это именно для тональной основы. Я взяла от Real Techniques. И когда она ко мне пришла, думаю, ничего себе, какая огромная кисть. Даже расстроилась. Но вот сейчас нанесла тональную основу. Девочки, раз-раз-раз и все. Супер, мне очень понравилось. Тоналку вообще не впитывает вот сюда. Она просто ее разносит без разводов, без полосок, без всего. Даже она даже круче, чем моя кисть от Bobbi Brown. Есть еще там размеры поменьше. Я хочу все. Реально очень крутая кисть. Вот прям вообще. Ну и как всегда, вы знаете, у кого есть кисточки от Real Techniques, они не лезут, быстро сохнут, они не впитывают в себя, просто кисти, вот просто бомба. За их цену, особенности на iHerb, они намного дешевле, это вообще супер-супер просто кисть. Все, я себе еще закажу вот такие там для румян, для теней, еще для чего-то. В общем, хочу весь набор. Так что вот такой вот у меня был, девочки, заказик. Ссылочки все оставлю вам внизу в инфобоксе. Ну что, девочки, решила я сделать сейчас небольшой перерывчик вместе с моей подругой. Подруге дала сейчас немножко витаминчиков. Вот. Сейчас тоже что-нибудь потом ей буду ужин готовить. Буду вкусненько что-нибудь ей давать. Вот. Ну, она наевшись уже, так что нормально. Вот, а я вот это чаще всего из всех кружек, помните, которые я покупала в Фамилии, я, конечно, пью вот из этой кружки. Чаще всего. Она мне вообще безумно нравится.
И буду пить сейчас кофе. Взяла себе 3 конфетки. Кстати, хочу показать. Я тут, ну, в общем, ездила по делам, и мне подарили вот такие конфеты. Ну, как бы конфетки и конфетки, да, вот вроде как бы, да, как сказать. Ну, конфетки и конфетки, да. Вот, но, во-первых, они нереально вкусные, а во-вторых, смотрите, что тут написано. Вкус достойной королевы. Это на самом деле очень приятно. Вот, потому что я вначале взяла, ну, как бы поблагодарила, все, а потом как бы домой же, когда пришла, смотрю, там написано «Вкус достойной королевы». Ну, вот прямо, знаете, такая вот, ну, очень приятно, в общем, одним словом. И они нереально вкусные, они вот внутри реально вот такие, как здесь. Так что, если девочки увидите, обязательно попробуйте. Много не ешьте, конечно, вот. Ну, проблема, я уже говорила, вкусной еды, то, что ее хочется много съесть. Вот, а так вот такие вот очень классные конфетки. Тут еще была вот такая, ну, как бы подарочная ленточка мне завязали. Вот они вот такие. В общем, сейчас съем одну только себе, разрешу. Но они нереально вкусные, кстати, вообще. Еще у меня муж, тоже хочу показать вам конфетки, тоже сейчас съем. Покупала вот такие конфетки. Очень нравятся, во-первых, моим детям с кусочками клубники. Реально, там такое ощущение, что как будто кусочки клубники. Ну и тематика моих любимых котов, конечно же, конечно же. Вот такие вот тоже очень. Вот эти вкусные конфеточки. Так что увидите, девочки, тоже вам советую. Вообще, вот насчет этих прям устоять невозможно. Ну, а это просто для меня мои королевские конфетки. Видите, на каждой написано «Для королевы». Ой, очень вкусно. А вот эти вот конфетки, девочки, с киской, которые... Видите, там прямо реально кусочки. Вот такие прям много очень шоколада. И начинка тоже очень вкусная. Вообще обалденная. Очень вкусные конфеты, девочки. Муж у меня заехал в магазин «Лента», и я хочу... Котеечка моя. Я хочу вам показать его покупки. Немножечко он купил. Вот, но прежде я хочу вам порекомендовать один канал, который я сама лично смотрю. И нашла я его чисто случайно. Эта девушка меня смотрит. И оставляла мне как-то комментарий. Но комментарий не в серии, там, подпишись на меня и так далее. Просто что-то комментировала. Честно сказать, уже не помню что. И... название ее канала «Мама Влог Париж». Я решила перейти, посмотреть, и на самом деле с того времени смотрю. Но я, правда, такой зритель, не очень хороший. Вот, ее зовут Хилола, если я правильно называю имя. Сама она из Казахстана, живет в Париже. Обязательно поправь меня, если что, тебе огромный привет. Вот, я вам ссылочку на ее канал оставлю в комментариях. Вот, обязательно переходите, посмотрите. Она снимает просто влоги про свою жизнь, что готовит. Является мамой 3 деток. У нее маленькая доченька, такая лапочка. Очень люблю за маленькой доченькой я наблюдать за ее. Вот, еще одна дочка есть и сыночек. Снимает также и покупки продуктовые. Ну, в общем, все такое наше женское, только она живет в Париже, муж у нее там работает. В общем, очень интересно. Сама она из Казахстана. По-моему, мой муж тоже у нее из Казахстана. Я смотрела как-то ее... Она там отвечала на вопросы видео и говорила, что вроде бы она... Я могу что-то путать. Если что, поправь меня. Вот, так что хочу вам порекомендовать ее канал. Обязательно зайдите, посмотрите. Я думаю, вам будет очень-очень-очень интересно. Тем более, она выпускает видео каждый день. Ну, а сейчас вам покажу покупку мужа из магазина «Лента». Итак, приехал мой муж, сейчас покажу вам, что купил. Давайте начну отсюда. Значит, здесь яйца C1, 30 штук. И здесь у меня для котов и собаки. Значит, собаки вот такие банки он взял. Конечно, не очень вот эти 365 дней, но ну ладно. Взял, так взял. Что ж теперь? А Феликс, пакеты. В общем, у меня коты, на самом деле, просто сил уже нет. И то им подавай пакетики, то им не подавай. В общем, пусть у меня будет, буду давать редко, потому что сейчас даю мясо им. На кашу собачки здесь ячка, геркулес и гречу. Вот он взял такую. Ну, пойдет, у нее еще там оставались какие-то. В общем, нормально. Так, дальше здесь у меня тесто бездрожжевое, слоеное и дрожжевое. Ну, в общем, пеку там всякое из них, и булочки, и такое. По 2 упаковки, получается, по килограмму. Так, здесь колбаску вот такую взял, кремлевскую. Мяса в этот раз нету, потому что я закупила вот в местном таком магазинчике. И потом пойду туда еще
Там йогурты на развес, кстати, есть, хочу попробовать. В общем, всякое такое. Ну, в общем, купил он, взял все-таки вот эту колбаску. Вот такую. И два кусочка сыра. Там, кстати, в том местном, ну, скажем так, местном магазинчике и сыр тоже продается. Надо будет как-нибудь взять, попробовать. Вот такой сыр он взял, муж у меня. И вот такой вот. Так, дальше у меня здесь хлеб-булка. Видите, он уже отломал. Очень он меня любит вот подобные булочки. Вот эти выпечка лента, конечно, очень вкусные. 57 рублей получилось. Сколько здесь? 336 грамм. Он тут порвал. Это пампушка с чесноком вот такая. Ну, кстати, очень ароматная такая прям вообще. Дальше вот такие две булочки взял. Вкусные. Французская штучка. Вот две штучки. И хлеб тостовый, лента батон. Забыл обычный черный хлеб, ну ладно. Так, молоко 2,5 литра. Имунельки вот такие. Не знаю. Вот. Палочки творожные. Еще вот здесь. Вот здесь вот у меня вот такие сырочки в пакете. Вот эти вот очень вкусные, Светлогорье. Так, батон лентовский тоже показала, да? Дальше мука 2 килограмма. И здесь у меня всякие вот такие. Взял вот такую молодую кукурузу, 2 штучки. Потом горошек бандюрель и лентовскую еще кукурузу. Ну, на салатик вот эту лентовскую какую-нибудь сделаю. И вот такие вот оливки он еще взял. Вот. Ну, и вот это как всегда. Он решил все вкусы, походу, попробовать у меня. Ну да ладно. И здесь 3 килограмма сахара. Дальше, вот эта домашняя лапша лентовская, девочки, она безумно-безумно вкусная. Ходите в ленту, увидите, обязательно возьмите. Единственное, что она как бы не дешевая. Как вы видите, за 180 грамм 46 рублей. Это вот такая. Вот такая получается 53 рубля за 204 грамма. И вот такую я на супчик такую. 33 рубля, 132 грамма. Но она безумно вкусная. Как-нибудь попробую сделать сама, но вот пока купили. Так, здесь вот такой маргарин. Давно не выпекала никакие... Ничего не выпекала, поэтому попросила. В общем, он взял мне. Так, дальше помидорки. Вот, по 219 рублей вот такие. Также огурчики 3 штучки. И здесь вот морковку. Правда, он немного ее, конечно, взял. Ну ладно. На 16 рублей получается. Дальше здесь фрукты у меня еще. Яблочки. Смотрите, мандарины. 33 рубля. Бля, он у меня... А здесь что? А здесь клементина. Смотрите, он меня пробил. Мандарины — это яблоки. Ладно, сейчас чеки посмотрю, что в итоге вышло. Так, клементины. И здесь виноград зеленый. Вот такая цена. Сразу покажу вам чек. А, вот, получается, яблоки все-таки. А почему-то у него этикетка мандарина пробита. Ну, может быть, знаете, перебили ему на кассе. Такое тоже бывает. Ну, бывает. И сумма составила 3953. Скидка по карте 877 рублей. Так, а на ужин я сегодня приготовила нам с мужем рис с овощами, а-ля гавайская смесь. Очень мы с мужем любим, и я, и он. Делаю из разного риса, из круглого, из такого. И пожарила наггетсы в панировке. Дети у меня такой рис не едят, они попросили гречку. Так что это вот деткам как раз тоже вместе. То есть это куриная грудка, просто обваливаю в яички, в сухарях панировочных, обжариваю с двух сторон под крышечкой, получается... Очень-очень вкусно, так что вот такой вот у нас сегодня вкуснейший будет ужин. Мы с мужем, кстати, обожаем вот такой рис почему-то, а дети у меня в последнее время постели в основном на гречку, часто очень ее просят, чтобы я приготовила. И, конечно же, салат со сметанкой я сделала, вот такой, просто помидорчики, огурчики, соль. У меня, кстати, очень любится сметаны. Как-то клала еще йогурт, детям тоже очень понравился. Ну что, девочки, ужином я всех покормила. Сейчас мне надо еще погладить, и все, я свободна, что называется. Сейчас уже вечер. У нас, на самом деле, сегодня такой дождь идет, просто ливень какой-то вообще.
просто вот ужас какой-то, я даже не знаю, что происходит. Напоминаю вам, обязательно перейдите на канал «Мама Влог Париж». Очень-очень интересно она снимает, честно признаюсь вам. Вот, я с огромным удовольствием смотрю. Так что на сегодня буду с вами прощаться. Надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую, до новых встреч!